Всем привет! Слышно? Слышно, видно? Не знаю где. Спасибо. Мне заплетели косички. Я прям такая 18-летняя. Да, правда, что Сережа покинул. Проект. Что делаем? Ждем начала шоу ББ. Вроде бы Ксюша давно готова, но что-то не выходим на связь. Устали все? Слышно, видно? Хорошо. Как дела с Женей? Никак. Приветик, там новое видео такое классное. Ты уже выкладывала или еще нет? Я нормально, сегодня хорошее настроение. Зачем ты качала и сдувала губы? Короче, я качала неудачно, потом сдувала их, потом накачала удачно. Да, сейчас накачала. Естественно, смотрится. Почему ушел Захаряш, не знаю, спросить у него. Я не буду говорить это. Что за тема на ББ сегодня, не знаю, потому что нам не говорят. Блин, почему фильтр не работает? Уже выложил, сейчас посмотрю. О-о, вас так много. Everybody. Зубы стоят 2000 где-то. Почему сливают нормальных участников? I don't know. Парень придет к себе из-за периметра. Ну, пока болеет парень. Да, собираюсь в зал на спорт ходить. В пятницу начинаю. Почему так поздно ВВ, сама не понимаю, почему. Уже заколебались его ждать. Я люблю этот фильтр, это мой любимый. Нет, не с Женей. Салют. Проект закрывают? Да нет, вроде бы все здесь, на месте. Спасибо. Кумасу. Мерси. Так много комплиментов, мне никогда никто не говорил. Типа, ты такая невинная, ну типа нет. Кто унижается, я? Это просто наша игра, это флирка. Флирт. Не знаем, через сколько шоу. С минуты на минуту. Да, пользуюсь кремом для лица. Я выставила рекламу где-то неделю назад. Я вам показала, каким кремом я пользуюсь. Красивые губы, да, естественно. Нужно зубы переделать и вообще буду естественно. Потому что слишком огромные зубы. Кто ведет шоу Бородина и Кадони? Штиро мы надали Сигурд. С Женей все сложно. Шумит фен. Читай мой комментарий к посту про платье. Жене понравится. Что понравится? Ему комментарий понравился, что ли? Кристина, зачем ты липнешь за Харишу? Тебе не стрёмно, как легкомысленно флиртуешь со всеми. Вы что, ебанутые, тупые? Кому я навязываюсь, кому я... Это просто такое общение. Видео с Ксюшей прикольное, я лайк поставила.
дом стал говно. Почему вы так говорите? Где буду справлять Новый год? На поляне. Короче, сейчас они сушат волосы, и вы меня не слышите. Я зайду позже, хорошо? Когда буду на поляне. Все, всем пока-пока. Целую, обнимаю. И всего самого...